Добрый день! Вы на канале Дмитрий Бахрушин. И вот мы вновь посетители птичьей столовой. Хотя последнее такое обозрение было неделю назад. Но, понятное дело, кормим мы птиц, конечно, каждый день в одно и то же время. Ну, в основном утром, а если очень холодно, то и вечером. Естественно, до захода солнца. В птичий рацион мы добавили сало. Я соорудил из нержавейки конструкцию на такой подвеске, чтобы сороки или даже прилетающие вороны сало не украли. Хотя ведь тоже птицы, да и есть также хотят. Ну да ладно, не суть дела. Синицы сразу оседлали сало-держалку и с удовольствием клевали вкусняшку. А сойки, эти толстые обжоры, тоже довольно быстро научились висеть на хлипкой загогулине и умяли почти весь дневной запас. Кстати, в кормушке они ведут довольно-таки странно. Набирают семечки полный клюв и бросают их вниз, под кормушку. А там синиц тут как тут. А сойка и сама поест, и других накормит. Умор, да и только. Или это птичья взаимопомощь? А кто знает? Посмотрите, что вышло из салоедения. Подписаться на канал во время просмотра можно прямо здесь, нажав кнопку YouTube. Спасибо спонсорам. А птиц кормим вместе, смотрим вместе. Thank you.
птицы совершенно нас уже не боятся. Я рядом, метрах, наверное, в 10, а они продолжают свое пиршество. Видео понравилось? Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Всем доброго, крепкого здоровья. До новых встреч. До свидания.